Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот кофе черная карта. Покупала его в фикс прайсе, да, молотый, заваривается в чашке, степень обжарки 3, крепкость кофе 5, не знаю чего, ну так вот, темная обжарка. Так, покупала его за 99 рублей, не помню, сказала или нет. Тут вот что-то описано, на все вот это будет фотография в конце ролика. Добавляется здесь 1-2 чайные ложки. Ждать 2-3 минуты. Вот, и по вкусу добавлять молоко, сливки, сахар и так далее. Срок годности 18 месяцев. Даже сайт тут есть. 250 грамм. Вот. Давайте его попробуем с вами. Давайте его откроем. Опа. Ой, аромат пошел. Пошел. Так, наша тарелочка и ложечка. Сейчас мы немножечко положим сюда и посмотрим. Так, ну здесь я вижу то, что присутствуют какие-то светло-желтые точечки. Также, смотрите, я делала обзор на кофе Жокей в предыдущих роликах. Там такого не было. Видимо, я так понимаю, это по качеству немножечко пониже кофе получается. Также оно пахнет ароматно. Такой явный аромат кофе молотого. Такой вкусный очень запах. В магазине она стоит около в районе 150 рублей где-то. Ну, плюс-минус 140 там с чем-то. Или вот как-то так. Вот. Давайте попробовать так. Да, он прям молотый такой, мельчайшую крошку. Горький. Ну, горькие они все. Ну, давайте его попробуем на вкус. Здесь у меня уже где-то есть 1 столовая ложечка. И положим с вами вторую. Так, чуть-чуть я ну, в принципе, оставлю тут немножечко сбоку, и сейчас зальем с вами кипятком. Заливаем кипятком. И накрываем тарелочкой. И даем ему настояться 2 минуты, как описано на пачке. Так, ну вот наш кофе простоял 2 минуты. Немножечко подождем, сейчас оно чуть-чуть остынет. Ну вот оно у нас остыло. И давайте его с вами попробуем.
Горькое. Ну, не сильно, кстати, горькое. Вот кофе Жаки, кстати, оно прям было горьким. Это не сильно горькое. Такой аромат кофе. Послевкусие. Хороший кофе. Вкусненькое такое. Чувствуется, прямо оно такой сил придает, такой бодрит. Да, посмотрите, какое оно черное прям. Такое, хотя зерна, помните, да, вот тут вот еще немножко у меня открыто. Хотя не совсем заметно, но зерна немножечко, да, с какими-то белыми штучками. Не знаю, о чем это говорит. Мне кажется, это говорит немножечко не о лучшем качестве кофе. Но оно, по крайней мере, не сильно горькое. Его можно пить. Очень ароматное, вкусное. Мне очень понравилось. Вот. Я бы, может быть, порекомендовала его. Но вот один минус, единственное, то, что вот какие-то белые точки. Не знаю, видимо, это разные зерна бывают. Разные, наверное, не знаю даже, как это объяснить. Напишите в комментариях. А кто с таким сталкивался, может быть, у кого-то есть какая-то информация об этом. Потому что мне первый раз такое попадается. Единственное, вот я помню, записывала видеообзор на кофемолку. Я купила самое дешевое кофе, кофейные зерна, вернее, прям самое дешевое, там за 100 грамм 90 рублей было. Вот перемолола их, вот были точно такие же вот белые точки. Я так поняла, что это качество кофе худшее. Вот. Но здесь она тоже в магазине стоит по районе 150 рублей. Это довольно нормальная такая цена. Наверное, не дешевая, но средняя. Дешевая, это, конечно, 100 рублей. Жакеют вот я покупала за 100 рублей. Но там не было такого. Вспомните, посмотрите видеоролик. Вот. Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такое кофе, понравилось, не понравилось, чем не понравилось. Вроде я читала отзывы, что людям нравится. Вот. А также подписывайтесь ко мне, мне будет очень приятно, если вы ко мне подпишетесь. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.